Вот она баня, 5 на 6 в том году ставили. В этом ребята вот отделку сделали. Получилась такая красотуля. Проконопатили, отшлифовали, покрасили. Вот он получается, срубик. Красота. Все полностью под ключ. Единственное, что крыльцо на данный момент временное. Крыльцо будет металлическое, кованое. Так, входим. Здесь как бы раздевалочка, печка. А еще и проводку не успели сделать. Осталась проводка. Так, здесь комната отдыха. Вот она, провода. Плетеный провод. Осталось развести, в принципе, и все. А ну, душевая кабинка там, полоки, но это все попозже. Потому что на данный момент будет использоваться не как баня, а как жилое помещение. Приехать на дачу там поспать. Поэтому баня будет запущена после того, когда уже основной дом сделается, тогда уже и запустится баня сама. Ну, здесь будет вот плитка. Там душевая кабинка будет стоять. Ну, вот парная будет. Лиственница покрашена. Ребята натопили, жарко тут. Вот полки надо будет делать. Вот она, печка. Печка классная. Немножко он дровишек кинули. Вообще жара просто невыносимая. Хотя и на улице еще жара невыносимая. Ну, в принципе, все. Ну, вот печурка. Как она называется, Женек? Не в курсе? А, я не помню. Ну, в принципе, такую печку можно советовать, да? Неплохая печка. Чугуняк. Это 4 куба. Чугунная. Так что так. Ну все, в принципе. Смотрите, заказывайте.